В этом году общественные советы вновь занялись оценкой качества услуг, оказываемых в сфере здравоохранения и в социальных центрах. Напомним, что подобная работа ведется в области уже с 2013 года. Ежегодно утверждаются перечень учреждений, которые будут, в отношении которых будет проходить оценка качества. По результатам работы общественного совета проходит разболовка по результатам опроса граждан, и подводятся итоги, и информация вывешивается на сайтах органов исполнительной власти. Вынести вердикт той или иной организации жители Курганной области могли лично. От их мнения зависела как общая оценка, так и дальнейшее финансирование организаций. Пациентам и клиентам в сферах социальных услуг волонтеры выдавали анкеты и опросные листы. Основные вопросы – доброжелательность и компетентность сотрудников, время оказания помощи и ее доступность. Результаты оказались разнообразными, однако все проверенные организации сумели преодолеть отметку в 50% удовлетворенности клиентов. При этом те центры, которые набрали 60 и менее процентов, получат рекомендации Департамента здравоохранения и займутся поисками причин столь низкой оценки качества их услуг. Это повод главным врачам оценить свою работу, работу своих подведомственных учреждений, увидеть, как это видят именно пациенты со стороны, да, задуматься и разработать план мероприятий для того, чтобы работу в своих учреждениях наладить, улучшить. Светлана Епифанова, Евгения Волкова, Александр Менщиков, Ольга Косарева, информационное агентство «Курган.ру».